Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами поговорим о моем заказе, который я практически весь раздарю, так как у мужа будет юбилей. Мы пригласили Тамаду проводить различные конкурсы, и это я заказала почти что все на подарки. На подарки, конечно же, я заказываю только то, что мне нравится. Нижнее белье, конечно же, я заказала себе. Мне очень понравился цвет. Я, не раздумывая, его взяла. Во-первых, это идет бюстгальтер пушап модель Белла, цвет мятный, размер 80B, артикул 83-155, разработан в Италии. Состав: сетка 81% полиамид, 19% эластан, а кружево 84% полиамид, 12% эластан, 4% полиэстер и подкладка 100% хлопок. И второе, это трусики, шикарные трусики. Это, конечно, слипы, модель Белла, цвет мятный, размер 44М, артикул 83-199, и состав: сетка 81 полиамид, 19 эластан, кружево 84 полиамид, 12 эластан, 4% полиэстер, ластовица 100% хлопок, срок годности не ограничен. Что хочется про него сказать? Конечно же, качество всегда великолепное у нижнего белья Faberlic. Белье очень даже игривое. Смотрите, как оно смотрится сзади. Это прозрачная, клевая, классная сеточка. Да, давайте с вами рассмотрим. Хорошо тянется, но кружево такого хорошего качества, что оно у вас навряд ли порвется. Да? Посмотрите, как все прошито, какие шовчики все ровные, классные. И это белье я стираю, в принципе, не в специальном мешочке. Никак не могу купить себе новый мешочек из-за того, что тот куда-то дело не могу. Да, вот так выглядит, да. Кружево, посмотрите, пожалуйста. И, конечно, трусики мы с вами все легко угадываем, а вот нижнее белье... Нижнее белье у нас с вами как раз идет, как вам даже сказать, бюстгальтеры. Их, конечно, сложно подобрать по размеру, хотя размеры соответствуют, тянутся хорошо, кружево упругое. Вот. Но иногда бывает, что мы не угадываем с бюстгальтерами. Вот я, допустим, флоранж немножко не угадала, делала на возврат. Возврат у нас идет в течение 21 дня. Поэтому я особо не боюсь заказывать продукцию, потому что есть возврат. Нижнее белье, флоранж, мне пришлось пару бюстгальтеров вернуть. Грудь не вошла. Значит, как вы видите, это пушап. Тут есть... такие вот подкладочки. Я их, конечно же, всегда выкидываю, но, в принципе, их можно оставить. Как вы видите, вот как раз тут идет 100% хлопок. Очень удобные, да, подушечки, вкладыши. А далее, значит, посерединке идет сердечко, бантик. Кстати, оно очень долго держится, и еще ни от одного бюстгальтера у меня не отпало. Пришито прям на совесть. Прям на совесть пришито. Вот серьезно. А также идет, тут идет без силикона, просто ткань. Да, как вы видите, две резиночки и посередине сеточка. Застежка сзади идет, да, но тут указан размер. А как за ним ухаживать, какой тут идет состав, что с ним можно делать, что нельзя, да, стирать при 40 градусах, не гладить и так далее. А что мне нравится, вот эта вот вещь, которая идет к телу, да, она очень нежная, мягкая и никогда не натирает тело, ничего. Да? Также у нас идет 4 ряда петелек и 2 ряда крючочков. То есть мы с вами можем легко регулировать длину, какая нам с вами нужна. Застегивается легко, просто. Сшито все красиво, как вы видите, аккуратно. Нижнее белье Faberlic я могу показывать долго, потому что это просто для меня, это сказка. Когда я его открыла для себя пару лет назад, я просто в него влюбилась. Я ни разу не сходила в магазин и не купила ни одного нижнего белья, если честно, потому что такая красота, какая шьется Faberlic, такое качество,
по такой цене не найти в магазине, да, чтобы было красиво, качественно, износа стойко, чтобы можно было его вернуть, да, ну, конечно, в магазинах можно мерить, у нас мерить нельзя, но все равно, да, то есть, и, понимаете, как какой-то вот один раз был какой-то там брак, и то я его заметила на агентском пункте, а у каких-то из трусиков, помню, они были черным цветом, было вот немножечко вот, как бы на миллиметр вот криво так вот пришито. Я говорю, слушай, менеджеру АП, говорю, слушай, тут немножко кривовато, что-то бы сделать тут такое, даже не пойму. Она говорит, давай отправим на возврат, ты закажешь себе новое. Да, вот менеджеры АП тоже очень хорошо берут вещи на возврат, если они видят реально брак. Вот один раз у меня за 2 года, конечно, такое приключилось. Следующее, что я заказала, это слоновьи серебра зубные пасты. Я думаю, зубные щетки, простите. Я думаю, все мы их знаем. Заказала несколько цветов, а на всю семью, что зубные щетки нужно менять каждые 3 месяца, это минимум. Желательно, конечно, каждые 2 месяца. Они идут слоновьи серебра, которые предотвращают размножение бактерий. Щетинки, расположенные под углом, очищают труднодоступные стенки зубов. Головка зубной щетки прорезинена для защиты полости рта от повреждений. А подушечка для чистки языка и внутренних поверхностей щек удаляет бактерии. И прорезиненная ручка не скользит в руках. То есть они удобные, классные, хорошие. Сейчас я вам открою свою красненькую, и мы с вами ее посмотрим. Забыла уже, как она открывается. То есть вот такая вот красота. Не грубая щетка, не грубая, но и не мягкая. Средней жесткости. Да, такая вот. Очень-очень интересная. Щеточка красивая, стильная такая, приятная. Я сейчас соберу старые щеточки, выкину их в ведро, а эти новенькие поставлю. Какая красота, все щеточки новенькие будут. Итак, оставлю их тут. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно же, мои любимые продукты. Это очень дорогие маски, но я их взяла по купонам, поэтому они мне достались дешево. Это маска для глубокого очищения кожи. Программа для жирной кожи, но кожа у меня не жирная, но все равно она очень хорошо чистит и нисколько мне не навредила. Пользуюсь я ей редко, а примерно раз в месяц таких вот 2 упаковочек мне хватает на очень-очень долго. Вот, там идет консистенция немножечко похожая на глину, Способ применения у него очень легкий. То есть нужно нанести на очищенную кожу лица равномерным тонким слоем и оставить воздействовать на 15 минут. Потом смыть теплой водой и использовать 1-2 раза в неделю. Она глубоко чистит, хорошо чистит, и ее очень много кто хвалит. И вообще, вот эта вот марка «Эксперт», ее хвалят практически все. Вот на нее аннотация. Она также обладает отбеливающим, дезинфицирующим и очищающим действием, предупреждая старение, увядание кожи. То есть вот тут написано, да, что содержится зеленая глина, экстракт морского планктона и экстракт корня лакричника. То есть такие, да, смотрите. То есть она еще и стимулирует образование коллагена и препятствует образованию морщин. То есть вот серия «Эксперт», я думаю, что она, скорее всего, идет 25+, не ранее. Вот, даже, скорее всего, 30+, она пойдет. Вот, далее, что бы мне вам хотелось показать, это я заказала 3 пены для бритья. Конечно же, это на подарочек я увезу. И к ним в подарок компания «Faberlic» мне подарила 3 мыла. Вот это просто великолепно, что я уже директор, да, я уже международный, можно сказать, директор, да, у меня уже более 50 директоров в глубину, да, мы за эти 2 года открылось у нас, девочки-умнички открыли, вот, и, конечно, ну и мальчики, конечно, тоже, да, и я все равно могу получать подарки по программе Faberlic Club и подарки из каталога. То есть я заказала 3 пены, и мне пришло в подарок 3 мыла.
И вы знаете, очень даже приятно, очень классно. Муж говорит: о, мне пришли подарки, да, то есть пена для бритья классная, муж ей пользуется давно, замечательно, никаких нет нареканий, она идет кислородная, и она как раз идет для комфортного бритья. Запах у нее очень вкусный, айс эффект она идет, артикул 0520, ее мы взбалтываем перед применением и открываем и наносим. Также в эту... Ой, ну какой запах. Также в эту пену у меня любит играть дочка моя. Вот. Значит, она идет как ультрачистое бритье без раздражений и порезов. Мужественный энергичный аромат ментола. Вот. Перед применением встряхнуть. Вот. А мыло, конечно, у него тоже классный такой мужской, классический, я бы сказала, аромат. Тоже заказываю его уже давно, несколько раз. Очень приятно, что в этот раз мне его не пришлось заказывать, а мы его получили в подарок. Оно идет твердое, 70 грамм. Вот. И артикул у него, что-то я найти не могу артикул. Да-то он спрятался. А, вот артикул 0537, замуровался. Поэтому подарки я всегда люблю. Все-таки я женщина, мне хочется подарков. А также заказала, я очень часто делаю прически утюжком, и неоднократно хвалила вот этот вот спрей для прикорневого ухода без утяжеления в течение всего дня. Вещь очень хорошая. Это идет DD-спрей для волос, подвижная фиксация. Девочки на него завивали и кудри девочкам, и наплойку делали, да, то есть сначала обрабатывали спреем, потом делали наплойку. Реально, вот я делала волосы гофрой, у меня 3 дня продержался объем. Я уверена, что он продержался бы и 4, и 5 дней, но просто уже невозможно, хотелось помыть голову, да. Артикул 8994. Что он только не делает, да, он придает волосам объем и упругость, да, он обеспечивает управляемую укладку и подвижную фиксацию, да, бережно защищает волосы при температуре 220 градусов, вот это не знаю, насколько оно работает, но я в это верю, потому что волосы у меня не расклеиваются, не расслаиваются, а щипцами я пользуюсь примерно раз в неделю, я считаю, что раз в неделю жечь волосы плойкой, это часто, и не должны слоиться. Оно меня спасает маски Faberlic, которые я очень часто делаю ими обертывание. И вот этот спрей всегда. Я никогда не буду жечь волосы, если я не нанесла этот спрей. Я даже в парикмахерскую беру его с собой. Вот. А далее, значит, снижает ломкость волос во время укладки. Я считаю, что да. Препятствует появлению секущихся кончиков, да, не склеивает волосы, это 100%, фиксирует без утяжеления, это 100%, придает послушность волосам, снижая пушистость, 100%, создает глянцевый блеск, к сожалению, я блеска глянцевого не заметила, легко расчесывается, счесывается и смывается. Вот тут тоже я бы не сказала, что он легко счесывается и смывается, средне. Вот, и действует в течение всего дня. Это да, он действует прям в течение 3 дней. Это я уже проверила, действует хорошо. Но вот вычесывается прям легко, я бы не сказала, что прям очень легко. Вот, далее, это я заказала по бонусам за покупку, крем для ног. Он стоит реально копейки, даже не помню сколько, 50 рублей или меньше. Это дезодорирующий пролонгированный эффект экстракт лотоса, крем для ног. Я им пользуюсь уже не первый раз. Очень-очень нравится, сразу же его сейчас, после того, как отсниму видео, обязательно... Поставлю в ванную и сегодня же им воспользуюсь. Кстати, он у меня вот закончился. Да, вот такой вот он жиденький. На вкус он, на запах, скорее всего, не то сказала, он очень приятный, такой легкий. А вот артикул у него идет 2158 артикул. И вот тут вот идет состав. И что он делает? Да, то есть дезодорирующий эффект, тонизирует уставшие ноги, обладает
длительным освежающим действием. Входящий в состав крема экстракт лотоса оказывает релаксирующее и антисептическое действие. То есть наносим мы легкими массажными движениями на предварительно очищенную кожу ног до полного впитывания. Впитывается он, кстати, средненько так. Не быстро, но и недолго. Вот. Далее, очень мне понравилась вот эта вот новиночка Ceylon Care. Его нужно перемешивать фазы, чтобы им воспользоваться. Вот, значит, что хочу про нее сказать. Нанесла на волосы. Да, это спрей двухфазный, питательный для всех типов волос. Он с комплексом натуральных масел. Там идет органа, авокадо. Далее идет остебинское масло. И оно идет с аргинином. Да, вот оно на самом деле обволакивает волосы. На самом деле невесомой пленочкой обволакивает волосы и наполняет их блеском и силой. Все так и есть. Разглаживает поверхность волос, да. Контролирует пушистость, да. И электролизацию, да. Защищает от внешних воздействий. Вот это не знаю, нанесла его всего два раза. Как вы видите, только-только еще нанесла. На дочкины волосы, на свои, и не знаю, насколько с ним будут волосы лучше, но эффект мне очень понравился. На самом деле он классный и он питательный. Да, он питает волосы, волосы становятся мягкими, послушными. Вот тут вот есть способ применения, как вы видите. И блеск идет не сильный, не сильный. Я помню, что от какой-то компании я пользовалась таким блеском для волос. Так вот, он делал волосы жирными. Через прям полдня волосы становились тяжелыми, жирными. Этот нет. Он не портит волосы, он не делает их жирными. Ну, конечно, если распылять его на волосы в меру. Далее заказала я свою любимицу. Это у нас идет, как даже его назвать? Это у нас идет активатор, кислородное сияние, iStream. Идет сыворотка-хайлайтер, мгновенно преображающий эффект. Да, на все мероприятия я наношу или блер-крем, или эту сыворотку. Она была по купонам, я ее, конечно же, взяла, потому что она содержит и наш знаменитый Новофтем, да, и тумерин. Тумерин – это антиоксидант. Я думаю, все мы знаем, как антиоксиданты хорошо действуют, да, то есть он проникает в глубокие слои кожи, восстанавливает, укрепляет ее защитную функцию, оказывает длительное антиоксидантное действие. Вот, тут еще написано, что создает эффект внутреннего свечения, корректирует рельеф лица и не сушит кожу. Когда я своему новичку посоветовала взять вот эту вещь, артикул 0245, она идет 15 мл, новичок сказала: боже мой, я буду блестеть, как новогодняя елка, да? Так вот, дорогие коллеги, он совсем нисколько не блестит. Вот такой вот маленькой штучки хватает на пол лица примерно, да? Если вы наносите еще на декольте, то, конечно, вам нужно раза 4 им выдавить. Наносится он легко, превращается в такую, как водичку для начала, а потом вот впитывается, да? Вот после того, как он впитается, будут видны мелкие, еле заметные. Даже не знаю, сможет ли камера сфокусировать эти блестки, но их реально практически нету. Да, то есть давайте сейчас нанесу. Да, вот смотрите, как намного хватает, да, целую руку измазала, хоть бы что. Да, вот. Я не знаю, вот, нет, не видно, не видно. Да, вот смотрите, он не придает сильное сияние, он очень вкусный, нежно, сладко, сладкая такая свежесть, очень классно пахнет, очень похож на аромат из серии, знаете, у нас есть кислородный бальзам, который заживляет раны, идет от ожогов, и в нем содержится 20% нашего Новофтема, так вот он очень ароматом похож именно на эту вот, на этот аромат. Вот, следующее — это драгоценный эликсир, фитосыворотка, кислородное питание. Вещь классная, я про нее совершенно недавно снимала обзор, и когда я узнала, что она входит в купон, и я могу ее взять, я сразу же ее взяла. Сразу же, не раздумывая, сыворотка классная, она идет на пипеточке. Мгновенное действие, классное действие, и, конечно же, мне она очень-очень нравится, я ее часто беру. То есть она сочетает в себе уникальную формулу кислородного комплекса на Новофтема-2
который запатентован лабораторией, и запатентованные микрокапсулы тумерин, которые восстанавливают и укрепляют функционал кожи, который был заложен природой от рождения и теряется со временем под негативным воздействием окружающей среды. Поэтому вещь классная, пользуйтесь. Я думаю, эффект вам очень-очень понравится. Это идет глубокое питание и максимальное дыхание кожи. Такая вот классная вещь. Вот состав. Давайте сфокусирую. Вот, что она делает? Восстанавливает видимые и невидимые повреждения кожи, интенсивно питает, смягчает, разглаживает ее, мгновенно снимает сухость, шелушение и зуд. Вот я за это ее в основном и люблю, вот за третий пункт. Вот, далее, что бы еще вам хотелось показать, это средство для чистки стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом, который эффективно удаляет загрязнения, защищает поверхность и придает блеск. Вы знаете, я недавно смотрела обзор в интернете девушки, забыла ее имя. Она говорит, что он без салфетки не чистит, без салфетки Faberlic. Так вот, у меня ни одной салфетки Faberlic нет. Никак не могу их почему-то заказать. И вы знаете, нормально, никто на него не жаловался. То есть у меня это средство заказывает сестра, жена у брата. Я это средство заказываю, и мама. Я это средство отвозила еще свекрови в подарок, привозила попробовать. Вы знаете, ни одной жалобы на него нет. И как бы это средство очень часто берут еще и в машину, потому что оно идет с легким, очень легким антизапотевающим эффектом. Вот, значит, артикул у него 110-48. Средство для чистки и мытья стекол и зеркал. Вот, и нормально оно очищает. И запах у него не такой едкий, как у магазинского средства, да, когда мы распыляем средство магазинское на окно, можно просто задохнуться. Мы с вами просто задерживаем дыхание. Тут, конечно, такого нет. Оно идет экологически чистое, биоразлагаемое и не наносит вреда окружающей среде. И это очень хорошо. Блёр крем. Это мой любимчик, это мой фаворит, я его хвалю и всегда хвалила и буду хвалить. И все, кто по моим обзорам этот блер крем купил, 10 спасибо мне сказали, и что он им очень-очень понравился. Артикул 1032, вот у него состав, я его не буду открывать. Он идет в стеклянной упаковочке с пластиковой крышечкой и нажимается на дозатор, сколько нужно его выдавливаем. Оно идет белое, густое, но быстро очень впитывается. Это средство мгновенного преображения за одну секунду. Затушевывает поры и морщины, выравнивает тон и матирует кожу. Это не тональное средство, это просто нанесли и помолодели резко, да? Вот я бы так его охарактеризовала. Нанесли и резко помолодели. Очень легкий, абсолютно комфортный крем. Насыщает кожу кислородом, образует прозрачную невесомую пленку, которая не препятствует свободному дыханию кожи, не стягивает и не сушит ее. Обогащен витамином А в стабильной форме, не содержит отдушек и консервантов, позволяет создавать макияж любой сложности без эффекта театральной маски. Все правда. Все правда. Это секрет качественных селфи без ретушек и фильтров, а также великолепная основа для естественного макияжа или для макияжа выходного дня. Без особых усилий выглядите свежо и естественно. То есть вы его нанесли, но после того, как вы умоетесь, эффект уйдет. То есть вот таким вот образом он работает. Просто ваша кожа попитается кислородным транспортом. Вот. Очень хорошая вещь. Попробуйте. Попробуйте, я его заказала всего лишь за 400 рублей по купонам. Ну и последние две вещи, которые бы мне вам хотелось показать. Также роллер я вам покажу. Это трусики боксеры. Они идут XXL, артикул 83-473. Цвет чернильный. Боксеры классик. Состав 95% хлопок, 5% эластан. Вот, а идут они в такой зип-упаковочки, которая застегивается. Но она, видите, как бы дырявенькая, чтобы трусики не задохнулись. Вот такие вот классные, хорошие Faberlic Men, да, боксеры. Все очень хорошо прошито. Все шовчики ровненькие. Тут указано, как за ним ухаживать. Это покрашено. Да, покрашено. Как вы видите, толстая резиночка. Очень хорошо для пищеварения, толстенькие резиночки.
А тут все шовчики плоские. Это я изнутри вам сейчас изделие показываю. Все шовчики плоские. И, ну, нареканий у меня нет. Я про них уже снимала обзор. И хочу сказать, что муж доволен, муж носит. С удовольствием отсортировал старые боксеры, выкинул. И сейчас носит только этим, да, а эти идентичные, то точно такой же размер, а только черненькие, да, вот видите, черненькие и синенькие, абсолютно одинаковые, очень-очень ему понравились. Значит, это у нас боксеры классик, цвет черный, размер XXL, артикул 83-468. И последнее у нас с вами идет роллер для ухода за текстильными поверхностями. Очень хорошо собирает грязь, моется, но после того, как вы помоете его раз так 20, он начинает похуже немножко собирать вещи, да, то есть там вот идет липкая пленочка, похуже, да, и вот пленочку убираем, и вот, вот этим валиком мы так вот ездим, собираем. То есть он и чистит, и все, и в принципе он мне очень нравится, но вот уже, скорее всего, я его третий раз за два года заказываю. Также идет добавок насадочка, идет мелкий роллер, точно такой же, да, вот она. Видите, такая легенькая, липкая. Он не оставляет следов на одежде, отлично чистит. А в доме, у кого есть кошки, это просто спасение. Как раз вот эту вот шерсть он чистит здорово, и он многоразовый, то есть он моется. Он моется, да, то есть роллер компактного размера, да, то есть силиконовый валик для различных поверхностей имеется, и прорезиновые щетинки для чистки ковров. То есть им очень удобно еще ковры чистить, вот как раз средством нашим кислородным пятновыводителем, да, почему-то средство для чистки ковров я так и не открыла, один раз им помыла, попользовалась и все. Так и оно у меня стоит закрытое, да. Роллер эффективно собирает любые загрязнения, шерсть, волосы, пыль, крошки, мусор, семена и пух. Идеален для быстрой чистки, легко ухаживать после использования. Его нужно просто сполоснуть водой, высушить, и можно использовать снова. Состав: силикон, пластик, прорезиненный пластик. После использования сполосните роллер теплой водой, просушите и поместите в защитную капсулу. Комплект входит: один роллер, одна защитная капсула, один компактный роллер. Вот такая вот классная вещица. Я вам не сказала артикул почему-то. Артикул у него идет 110-36. Да? Сделано в Китае, срок годности 3 года. Вот такая вот по заказу Faberlic. Я их заказала 2 штучки. Один, понятно, что я подарю. Итак, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео, дорогие коллеги. Это был заказ на подарочки. Стоп! Я же еще 3 подарка получила. Получила 3 подарка. Вот заказала 3 больших парфюмерных воды Феста Дивита 50 мл. Сладкий, классный, игривый на весну аромат. Очень прям кстати. Артикул 31-40. Парфюмерная вода. То есть она не так быстро выветрится, как туалетная. Да? Вот 50 мл она идет. И получила к каждому флакону вот такую вот мини-версию парфюмерную. Аромат реально классный, сладкий, свежий, просто великолепный, очень красивый дизайн, и упаковочка простенькая, а сама парфюмерная водичка очень красивая. Я это заказала тоже на подарок. Аромат, не знаю, сказала, не сказала, но универсальный. Он реально, мне кажется, что понравится всем, потому что не было еще ни одного человека, который бы у меня его слушал и говорил бы фу. Не было, честное слово. Вот мне кажется, что вот этот аромат можно и дарить, и еще, ну, и носить его с собой на всякий случай, и везде, везде, и всюду. Поэтому я заказала 3 основных версии, и мне пришли именно в подарок 3 маленькие версии. Получается, что в этом заказе, в коробке, было 1, 2, 3, 4, 5, 6 подарков. Плюс я не стала тратить бонусы по программе Faberlic Club. По идее, я бы могла забрать, я VIP-консультант, я делаю 100 баллов, и я бы за 100 баллов могла бы заказать минимум 6 подарков. Я думаю, это здорово, это классно, это круто. А иметь столько подарков за один заказ. То есть, если бы я потратила бонусы по программе Faberlic Club, то у меня было бы 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Вы представляете, 12 подарков. В магазине, конечно же, нам не сделают 12 подарков, не сделают скидку 26%. И, конечно же, у нас там с вами нету, к сожалению, гарантии защиты от подделок. Тут мы с вами понимаем, что компания Faberlic имеет собственный завод, собственное производство. Вся продукция тестируется по ГОСТам и Санпинам, и мы с вами легко покупаем продукцию и себе, и своим любимым мужьям, братьям, отцам, и своим дорогим деткам. Ну что ж, теперь точно все рассказала. Спасибо вам за внимание, за терпение. Видео получилось длинное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Буду рада на все ответить.